Обстоятельные люди, молодцы. Ой, у нас дикая груша была, я не знала. Я все равно собирала эти коричневые груши, они внутри все коричневые. И я из них варила варенье, повидло. Было так вкусно. Ну, думаю, она же так вроде не тухлая, она просто стала такая, какая-то интересная. А оказывается, сказали, что груши такие и надо для варенья. Именно, чтобы они были уже коричневые, все внутри. Они становятся сахарными и приятными, хорошими. В интернете высмотрела, а я не знала. Своему маму дошла. Ой, лисичек, 8 метров нами. Где они где-то съездили? Это этот вот мухтик, что ли? Блин, 62. Что, 57, что ли? Сколько там? 197. Опять